Табакаев. Штрафной. Фалис Максим Сухомлинов. И вот сейчас будет по-настоящему последняя возможность для «Спартака» сравнять счет в этой встрече. Сиденко в одиночестве находится в стенке. И сейчас подача спартаковцев со штрафного. И опасно. И пропускаем мы на последней секунде матча. Буквально же. Это очень обидно. И забивать, не ошибаюсь, Руденко под 79 номером. Подставил он голову. И, конечно же, это обидно. Обидно, потому что всю игру наша команда атаковала и не давала спартаковцам ничего создать у своих ворот. И уже в концовке игры, когда казалось бы, что победа в кармане, пропускаем мы. Мы видели самоотдачу и прекрасную игру в обороне. Но это футбол, так бывает. Продолжаем игру.